Всем привет! Приехал BMW X3 2019 года выпуска, пробег 64 тысячи, куплен у официального дилера в Дрездене по программе BMW Premium Selection, сейчас находится в Беларуси и готовится к отправке в Россию. Автомобиль в комплектации M-Sport, полный внешний пакет Shadowline, состояние салона соответствует пробегу, без замечаний. У автомобиля 19-е оригинальные M-диски, комплект летней резины Michelin с остатком протектора 6 мм, также будет зимняя резина. По опциям у автомобиля комфортный доступ, премиальная аудиосистема Harman Kardon, проекционный дисплей, оригинальное лобовое стекло, виртуальная приборная панель, большая мультимедиа и беспроводная зарядка. Салон нуждается в чистке, мы устраним. Автомобиль в оригинальном заводском окрасе, отсутствуют критичные сколы по кузову, резина не подъедена. У автомобиля также адаптивные LED-фары с функцией автоматического дальнего света. У автомобиля комбинированный кожаный салон в отличном состоянии, контурная подсветка, подогрев заднего дивана и трехзонный климат-контроль. Также установлен электрофаркоп. Данный автомобиль будет в Россию уже в субботу. Стоимость автомобиля составляет 4 350 000 рублей. За подробностями пишите в личные сообщения.